Возле здания последние приготовления. Убирают территорию, украшают шарами и цветами. Уже после обеда здесь пройдет торжественная церемония открытия с участием министра соцзащиты населения, представителей фонда поддержки детей, а также детей-инвалидов и их родителей, для которых лейкотека и предназначена. Проблемы у них самые разные. ДЦП, умственные недостатки, нарушение речи, движения и психического развития. Цель данного отделения – это вовлечение детей с ограниченными возможностями и их родителей в игровую образовательную деятельность. То есть отделение будут посещать дети от 3 до 8 лет. Они будут обучаться по индивидуальной программе и работать со специалистами – психологом, логопедом и дефектологом. Главные задачи – помочь ребенку адаптироваться к жизни, подготовить к школе, научить общаться со сверстниками и взрослыми людьми. Основной инструмент – игра, плюс индивидуальный подход к каждой семье и к каждому малышу в отдельности. Для этого в лейкотеке есть различные игры для развития слухового восприятия, мышления, речи языка, движений рук и общих движений. Все занятия будут проводиться в присутствии родителей, которых будут учить правильно общаться с детьми. Первые малыши в лейкотеке появятся в октябре. Марина Кузнецова, Евгений Погорелый. Время новостей.